Анна Федоровна, очень много церквей, почти все церкви построены, не почти, а все церкви построены на средства наших купцов, Толченок, в том числе и Ляниных, строил замечательный архитектор Родионов, если кто знает, и Елизаветинскую церковь, и Денскую, очень много церквей, Троицкий храм, Яхонт. Ну и, конечно, они очень много помогали, скажем, просвещению. Если посмотреть волостные школы, то посмотрите, в основном это строится на средства купцов. Более того, наши предприниматели, которые вышли из Рогачева, из Дмитрова, потом стали известными в Москве, торговали там, вот где сейчас охотный ряд, они с удовольствием вкладывали деньги в молодежь, потому что есть совершенно точные сведения, когда один из купцов, выходец из Рогачева, создал фонд, с помощью которого выделяли деньги молодежи, которые создавали свою семью, крестьяне в Рогачеве. Поэтому эта выставка очень важна для нас, но она пока, честно скажу, очень маловато. И более того, так сказать, совсем почти не отражены наши купцы, Картаникова, Толченова и так далее, которые действительно... Ну, надо будет, конечно, нам тоже как-то серьезно. Это начало, это хорошо, но нужно продолжать, потому что наши дмитровчане должны знать, наши купцов дмитровчан, которые много сделали для того, чтобы город и наш район такой стал красивый и плодотворный. Спасибо большое, что очень рад.